Осень, сезон тыквы. Предлагаю приготовить простой, но очень вкусный тыквенный пирог. Тыкву нарезаем произвольными кусочками, отвариваем до готовности, превращаем в пюре и даем немного остыть. Затем добавляем сахар, яичные желтки, вливаем масло и хорошо перемешиваем. Теперь добавим разрыхлитель, соду, соль и по желанию вы можете добавить имбирь или корицу. Добавляем муку и хорошо перемешиваем тесто. Осталось взбить белки до устойчивой пены и аккуратно частями ввести в наше тесто. Мешаем в одном направлении и очень аккуратно. Выстилаем форму пергаментом или смазываем маслом. Я дополнительно присыпаю манкой, чтобы была вкусная корочка. Переливаем тесто в форму и отправляем в духовку на 180 градусов до готовности. У меня на приготовление этого пирога ушло 40 минут. Готовый пирог присыпаем сахарной пудрой или украшаем на свой вкус. Посмотрите, какой красивый и вкусный пирог у нас получился. Он невероятно нежный, с влажной структурой и с довольно насыщенным вкусом тыквы. Обязательно попробуйте повторить. Приятного аппетита!